сухой корм для котов Юзера Маринезе. Друзья мои, всем привет! Тема нашего сегодняшнего разговора пойдет о кормлении котов сухими кормами. В частности, частая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это кот ест только рыбный корм, и у него проблемы с перевариванием корма. Поэтому хочу вам порекомендовать корм Юзера Маринезе для взрослых котов. Внутри, что мы видим внутри по корму? Гранула, назовем ее так, среднего размера, небольшая. Некоторые наши покупатели просят, чтобы я гранулу эту, ну, сказал им по размеру, потому давайте я штангенциркулем просто померяю, и вы поймете. Так, 12 мм в длину и 5 мм в ширину. То есть корм средняя фракция для взрослых котов. Корм Юзера Маринезе, что, ну, основное по нему можно сказать. В качестве источника протеина дается, и для идеальной перевариваемости в составе данного корма есть лосось, рыба, лосось, рис и картофель. Большой объем отборного лосося для очень требовательных котов. В данном корме это идет как основной субпродукт. Жирные кислоты из лосося дают блеск шерсти и делают здоровую кожу. Ну и главное, это гипоаллергенный, легко перевариваемый корм считается. Правильные компоненты обеспечат оптимальное соотношение кальция и фосфора. И пониженное содержание магния в организме у животного. Таким образом, мы способствуем тому, что pH мочи будет на уровне 6-6,5, что предотвратит образование мочекаменных камней. Дозировка корма всегда указана сзади на упаковке от производителя. Чем больше объем корма вы возьмете, тем, естественно, будет дешевле. То есть в пачке 10 кг самое выгодное приобретение. По хранению, даже в большом мешке 10 кг идет сверху зиповская застежка, потому вы отобрали сколько вам нужно и можете без проблем его хранить долгий период. Срок годности у него очень большой. По протеину, 30% протеина, жира в корме 15%, 73% животного белка от общей части белка в корме. Ну и, как говорится, подведем итог. Корм с большим содержанием рыбы, корм беззерновой для взрослых котов. Рекомендую, производитель Германии, супер премиум корм, который продается уже не первый месяц, отзывы только хорошие. В ценовой категории он средний, но из многих кормов премиальных таких производителей Юзера один из лидер продаж. Спасибо за внимание, ссылочку на данный корм я оставлю внизу в описании. Переходите на наш сайт zookool.ua. Спасибо за внимание, до скорых встреч!